Женщина-кошка. Я не хочу вас обременять, не понимая, что я тут делаю. Расскажите мне, что случилось. Нет, правда, я опаздываю на работу. Простите, напрасно я... Вы можете заходить сюда в любое время. Я нет, всегда я... дома. Кошачья мята. Полночь все предвидела. Вот и решила вас испытать, чтобы узнать, достойны ли вы ее дара. Дара, который изменил бы вашу жизнь. И вы его заслужили. Вы не одиноки, дитя мое. Они и до вас спасали женщин, смотрите. Женщинам-кошкам тесно в рамках общества. Вы руководствуетесь своими желаниями. Для вас это одновременно и благо, и проклятие. Сливки чистые. Нравятся мои коготки? Маникюрчик, что надо. Виновата. Убери свои лапы сейчас же! Я все знаю об Юлине, знаю, что ты пытаешься скрыть. Что? Это знала и Пейшенс, поэтому ты убил ее. Не убивал я ее! Очень жаль, что твои последние слова будут ложь. Не с места! Осторожно! Заденем кабель, оба поджались. Я почувствовала, что между нами пробежала искра. Так уж и сразу. У меня уже есть девушка, не обольщайтесь. И она про нас знает. Тут нечего и знать. Очень жаль. Все кончено. Давай. Помоги!
путешествие лишь начинается.